курьер вселенной принес тебе гитару и бонес. Играй в здоровье, посылай письма. Пошел! Привет! У меня уже есть одна! Вот она! Купил ее в Китае, когда был. Ну там рядом Китай, Япония, Корея, Мадагаскар, Земля, Марс. Знаете, нет никакой разницы. Просто потрясающе. Все начинается с чехла. Красный нежный чехол. Уключено для руки и супербыстрый рычаг. Я сказал супербыстрый. Все, готово. Работает. Мультитул. Меня покорил мультитул фирмы Ibanez. Круче я еще не встречал. Все понятно. Значит, никогда не любил я Ibanez, потому что, знаете, вот этот вот Стив Вай, лысый там, друг его. Может, они вместе смотрят фильм про Фредди Меркьюри. Этот чувак с дрелью, да там вообще какие-то фрики одни. Корн, вот, ну, и тут они выпускают модель, которая меня впечатлила. Есть синего цвета, есть Sunburst. Во-первых, голова не такая острая, она более плавная. Гриф выполнен из этого клена, который обрабатывается азотом и потом нагревается. Он толстый, как я люблю. Очень приятный, весь скругленный. Сзади корпус тоже гладенький. Так и хочется его прилагать к своему изможденному тельцу. Гото, Сеймур Дункан, все дела, 24 лада, мензура 25,5. Просто потрясающая, очень удобная гитара. И звучит, что самое главное, разборчивость нот просто потрясающая. И всегда строит. Я не знаю, как они это делают, но я играю на Гибсоне, и когда беру в руки эту гитару, она просто выносит мою бедную совесть. Это ужасно. У меня есть часы, на которых написано «Взлобну захавку». Я переверну их, и мы начнем наш кратковременный обзор. 10 вариантов звучания. Буду делать один риф и переключать. А вы внимательно смотрите на картинку. Так, а теперь я повернусь к лесу передом, а к миру расщелиной, и нажму на пару примочек, сыграю вам замечательный риф. We'll be right back.
Манифик, комрадес! Просто потрясающе! Вот первое, как только я с пачки достал, что я обратил внимание? Она строит везде. Просто куда бы я ни зажал, она строит. Во-вторых, она почти не расстраивается. И потрясающая разборчивость нот в созвучии. Как бы сложно я ни играл, все абсолютно читается. Каждая нотка слышна, каждая деталь моего звукоизвлечения. И 10 звуков распайки – это реально все, что нужно человеку. Больше не стоит мудрить. Сеймур Дункан сделал отличную работу. Именно под эту гитару они придумывали эти звукосниматели. Прожаренный клен. Это я первый раз в жизни держу в руках, но это реально круто, очень интересно. И цвет классный, и звук яркий, очень классные атаки, и много сустейна, несмотря на то, что гриф привинченный. Пятка, приятно держать. Короче, ребята, это реально крутая гитара. Вам стоит где-то подзаработать и сходить, купить там ее как следует и играть, наслаждаться. Понять, что если у вас гитара Ария или Стаг, какие там еще бывают, то, наверное, чудес ждать не стоит, какую бы вы там примочку ни купили. Начните с хорошей гитары, и сразу жизнь наладится. Сегодня для вас гнал Сергей Табаченков. До следующего раза!